Привет, друзья! Сегодня мы делаем отличный комплекс упражнений на выносливость и на баланс. Но сначала, как обычно, делаем разминку на суставы. Итак, поехали. Разминаем наши стопы. 5 раз в одну сторону и 5 раз в другую сторону. Разминаем по максимальной амплитуде. Далее на колени. У кого проблемные колени, тот выполняет не такие упражнения, а простые движения на сгибание и разгибание. Вот такого характера. Максимально мы согнем и разогнем. Согнем и разогнем. Вот такого плана. Отлично. Далее упражнение это на ТБС. Классическое упражнение на восьмерку. Чертим на воздухе коленом цифру 8. Пять раз в одну сторону, точнее на одну ногу, и 5 раз на другую ногу. Далее тоже на ТБС мы сделаем небольшую такую растяжечку. Мы ноги прямые и немножечко потянем внутреннюю поверхность бедра. Отлично. Далее мы делаем на поясницу. Таз и стопы остаются на месте, а корпус вращается по максимальной амплитуде. Размеренно и без резких движений. 5 раз в одну сторону и примерно 5 раз в другую сторону. Далее делаем то же самое, только вращаем таз. Голова и стопы остаются на месте, вращается только таз. Отлично. Отлично. Далее мы делаем вот такое движение и с грудной клеткой. Так мы разминаем и плечи. И грудной отдел мы тоже разминаем 5 раз в одну сторону, 5 раз в другую сторону. Отлично. И далее переходим мы на шею. Вниз голову опускаем и как бы мы перекатываем голову с одной стороны на другую и нос тянем к нашей стене. Движение плавное, безболезненное и довольно-таки приятное. Переходим к упражнениям. Упражнения на пресс и на ноги. Делаем все по 20 раз. Нам нужно набить 20 раз. Руки за голову. Что мы делаем? Приседаем и колено к локтю. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Отдыхаем. Отдыхаем. Можно попить водички. Нам нужно бить 20 раз каждого упражнения.
Отлично. Следующее упражнение это лыжник. Мы делаем ногу назад, приседаем и палок двигаем так вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отдыхаем. Фух, отлично. На ноги и на пресс. Отдыхаем, восстанавливаем дыхание. Следующее упражнение – это классическая планка с касанием одной руки другой. Ноги расставляем пошире. Пошире расставляем ноги. И тоже 20 раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Отдыхаем. Отлично. Следующее упражнение из планки мы делаем тоже, но нога идет вот по такому принципу. Раз, два. Тоже 20 раз. И начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отлично, отдыхаем. Отдыхаем. Следующее упражнение усложняем. Это отжимание и касаемся, точнее, и тянем ногу, мы тянем к руке. Раз, два. Кто как может. Кто как может. Можно не до конца. Можно в планке стоять и просто ногу делать вперед. Кому просто, то делает еще и отжимание. Можно начать с отжимания и закончить простой планкой на прямых руках. И начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И планка простой руки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отлично. Следующее упражнение из планки боковой. Касаемся ногой локтем. Что имеется в виду? Раз. Вот такое движение. Пока отдыхаем. Нужно бить тоже 20 раз. Отличная тренировка на мышцы пресса и на мышцы стабилизирующий позвоночник. Тем самым укрепляя мышцы спины. И начали. Раз, два,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отдыхаем. Пот льется рекой, а значит, все идет плавно. Меняем руку. И то же самое. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отдыхаем. Попьем водички. Следующее упражнение — планка задняя на 20 секунд. Руки мы ставим параллельно стопам и таз, насколько это возможно, тянем наверх. И начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Отлично. Следующее упражнение мы делаем тоже на пресс. Что мы делаем? Мы касаемся руками одной стопы. И возвращаемся в исходное положение. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, 9, 10. Отлично. Переходим к блоку мобильности. Можно выдыхать, восстанавливать дыхание. Что мы делаем? Садимся на ноги. Руками мы себя обхватываем максимально на плечи. Опускаемся вниз. Выдыхаем. Дышим спокойно. Поворачиваем. И здесь поворачиваем плечи. Раз. И обратно возвращаемся в исходное положение. Поворачиваем. И плечи поворачиваются. Мы должны ощущать, как вот здесь, ровно здесь у нас происходит движение. И начали. Опустились, повернули. Опустились, повернулись. Опустились, повернулись. Последний раз. Опустились, повернулись.
Отлично, далее делаем упражнение дуга. Руки наверх. Отлично. Далее упражнение кошка. Плохо это, простая мобилизация на все дела наша спина. По максимальной амплитуде, спокойно, без резких А, отлично, сделаем мобильность ТБС, и делаем простое движение. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. И последний раз. Раз, два. И из этого положения мы немножечко потянемся. Потянемся и помобилизируем поясницу. Спина прямая. Тянемся, тянемся, тянемся. Выдыхаем. Чувствуем, как растягиваются наши мышцы, грушевидная ягодичная. Поворачиваемся и стараемся притянуть плечо к полу. Только стараемся. У кого сколько получается? Обратно. И еще раз. Выдыхаем, тянемся. Тянемся, тянемся, тянемся. Отлично, меняем ногу. Спина прямая. Тянемся грудью к колену. И затем стараемся прикоснуться плечом к полу. У кого сколько выходит? Здесь плавно, без резких движений, плавно и аккуратно. Отлично. Из этого же положения просто потянем вот таком образе. Руки прямые, спина прямая, и на выдохе опускаемся вниз. И еще раз. Меняем ногу. Спина прямая, руки прямые.
Отлично. Восстанавливаем дыхание. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Полон энергии на целый день. Вы тоже делаете эту тренировку обязательно. Обязательно отмечайтесь в комментариях и оценивайте эту тренировку и ваши ощущения после нее. Всем пока!